Майские пожары, которые тревожили жителей Зауралья, все праздники принесли немало проблем не только людям, но и животным. Увы, кто-то из питомцев так и не вырвался из огненного плена, другие же получили серьезные повреждения. Опаленные огнем деревья, сожженные поля и дома. Пожар беспощаден ко всем. За то время, что в Заурале бушевала огненная стихия, в клинику «Эндовет» попало немало животных с ожогами глаз, верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом. Ожоги можно лечить в клинике. То с отравлениями угарными газами приходится бороться владельцам тоже. То есть это наблюдение за животным, за общим состоянием. Это периодические осмотры врача. То есть это целый комплекс последствий. И исследования направлены на устранение последствий этого заболевания. Понять, что животное отравилось угарным газом, можно по нескольким признакам. Синюшность слизистых покровов. То есть обычно животное лежит и пытается глубоко вздохнуть. Вот. Ну, в таком случае борьба только одна, срочная эвакуация животного на свежий воздух. То есть и последствия обращения в клинику для купирования симптомов. Ветеринарные врачи также предупреждают, после пожаров ядовитые змеи покидают леса и перебираются в населенные пункты. Их жертвами часто становятся животные. В этом случае необходимо немедленно обратиться в клинику. Только там питомцу смогут спасти жизнь. Ну, во-первых, обычно видят, что укусило. Во-вторых, характерные места проколов. И внезапно, ни с того ни с сего, то есть проявление симптомов. То есть животное обычно падает и лежит.